Are you listening? Всем привет, с вами Эд, и сегодня бы я хотел поговорить и показать вам пару упражнений на прокачку спины, которые я считаю самыми эффективными, ну или которым я просто отдаю предпочтение. Итак, спина, подтягивание. Я считаю, это одно из самых базовых упражнений на прокачку полностью спины. Есть множество хватов, я предпочитаю широкий хват, для того, чтобы проработать широчайшие. Не буду врать, спина у меня является одной из доминантных мышц, поэтому я особо предварительного давления не делаю, хотя можно размяться на вертикальном блоке. Что ж, поехали. Буду делать я где-то 3 подхода в диапазоне от 8 до 12 повторений, в зависимости от ваших целей, которые вы преследуете. Сделав 3 подхода, я считаю это достаточным. Хотелось бы добавить несколько слов по поводу техники. Вы должны работать спиной, то есть по максимуму старайтесь выключить свои руки и дорабатывать в конце сводя лопатки. Второе упражнение, которое тоже немаловажное по значимости, это тяга штанги в наклоне. Я считаю, это одно из самых базовых упражнений и отдаю ему предпочтение практически в каждой тренировке спины, независимо насколько построен мой план тренировок, будь то подготовка или набор массы. В этом упражнении очень важна техника. Вы должны не гнаться за весом, то есть я могу сделать 100 кг и больше 100 кг и больше 10 раз, но я обычно сначала делаю несколько разминочных сетов для того, чтобы мои мышцы спины включились. Вы должны в каждом повторе думать о том подходе и повторе думать о той мышце, которую вы прорабатываете, потому что чем лучше будет нервно-мышечная связь, тем лучше будет отдача. Что ж, сейчас я сделаю где-то 2-3 сета разминочных, после чего перейду к рабочим весам. Сделали 3 подхода разминочных в диапазоне где-то 12-15 повторений. Этого достаточно, чтобы включить необходимые нам мышцы, и после этого можно приступать к рабочим весам. И завершающее упражнение, которое я продемонстрирую вам, это горизонтальная тяга. Делается она в тренажере, то есть это уже более изолированное упражнение. Здесь вы можете делать 3-4 подхода в диапазоне от 10, опять же, до 15 повторений. Хотя это все зависит от ваших целей, которые вы преследуете. Можно также использовать разные рукоятки, разные хваты. Здесь очень важна правильная техника. То есть вы первый и последний подход вы делаете, подсаживаетесь ближе к тренажеру и легонечко отрываете на себя вес, чтобы не сорвать спину. Последний повтор тоже делаем жестко с поставленной спиной и опускаем вес, тоже во избежание травм. Делаю я 3-4 подхода по 10-15 повторений. Здесь очень главное, самое важное, это работать спиной. То есть вы должны в конце сводить лопатки без всяких махов, гребли. То есть вы должны делать чисто изолированная техника прежде всего. Собственно, это и были те 3 упражнения, которые я хотел показать на прокачку спины. В следующий раз мы поговорим о других упражнениях на ту же спину или даже о других группах мышц, о прокачке ширины, толщины спины. А на этом все. С вами был Эден. Пока.